Девчонки, всем привет! Большое спасибо, что вы зашли ко мне на канал. Меня зовут Ирина, и сегодня будут хозяйственные пустышки июня месяца. Если вам интересно узнать, что это были за продукты, тогда я вас приглашаю к просмотру и надеюсь, вам будет интересно. Это видео я всегда снимаю для хозяек на заметку, для того, чтобы вы знали мое мнение о тех или иных продуктах. Может быть, и вам как-то поможет это сохранить ваш бюджет, для того, чтобы вы просто не покупались на какие-то, знаете, там, активные слоганы, и при всем при этом были просто напрасно выпрошенные деньги, так скажем, вот так вот. Ну что, девочки, хватит говорить, давайте начнем рассказывать. Начну я, как обычно, с пакетиков, для того, чтобы просто придвинуться к каким-то большим продуктам. Вот такое вот средство, которое, помните, я показывала в покупках от фирмы Salix. Запаха моря, это освежитель для унитаза, его просто вешаете под водок, и при каждом смывании вроде бы должен быть чистый сам унитаз, нет бактерий и приятный аромат. Абсолютно, девочки, туфта, абсолютно ненужное средство, которое совершенно не работает, которое, ну, вообще никакущее, девочки. Оно и стоило как бы не сильно дорого, но я так сожалею, то, что я купилась на то, что вроде бы как бы там стояли вокруг него и его брали. Абсолютно эту туфта, которая, ну, мне совсем-совсем никак не понравилась. Первый блок, который здесь был, он моментально просто улетел, он просто смылся как-то очень-очень быстро. Второе сделала, и тоже, как бы, знаете, без особого энтузиазма он там. Напрасно выброшенные деньги, я как-то, ну, не очень довольна. Так что. Вот, кстати, тот смены, который я добавила. И тоже, кстати, он уже подходит к концу. Закончились очередные мои средства для чистки дроп от фирмы Мастер Блеск. И я в очередной раз говорю то, что это средство хорошо работает, оно стоит недорого, его хватает, оно отлично очищает. Если вы регулярно следите за своими трубами, вам его хватит, девочки. В пределах 10 рублей вы можете справиться со своими засорами, и не нужно покупать какие-то дорогостоящие продукты для того, чтобы уже с образовавшимся застоем как-то бороться. Для профилактики отличное средство, 5 с плюсом, спасибо большое, Мастер Блеск. Ну, как обычно... Сейчас лето, и бумажные полотенца от Зева у меня улетают только в путь. И вообще, как бы, классное средство, классное вообще ноу-хау для того, чтобы мы им пользовались как в косметических средствах, целях, так и на кухне. Классное средство, которое я люблю, да, оно стоит дороговато, но это те полотенца, которые действительно не рвутся, они хорошо вытирают, хорошо впитывают, и да, почему нет, мне нравится. И также от Зева у меня закончилась очередная упаковка с запахом сирени туалетная бумага. С их замечательной вот эта вот втулка, которая можно просто выбрасывать в унитаз. У меня ребенок просто уже научился это делать. И для него это буквально игра. Замечательная туалетная бумага. Мы просто, он всегда втулки оставляем ему для того, чтобы он просто кайфанул, могу так сказать. Так что вот так вот. Губки. От Чистюля, от фирмы, эти губки, которые были XL, супер прочный нойр-абразив. Хочу сказать, мне одной губки хватало ровно на неделю. По истечению недели, если вы этой губкой, ну, постоянно, да, то есть моете посуду, она под конец недели становится не совсем непотребный у нее вид. Появляется запах, я ее просто выбрасывала, но так всецело она очень хорошо размыливает чистящее средство. У нее вот этот вот жесткий край, он хорошо очищает. Мне понравилось, тоже цена-качество, почему нет, теперь как бы они впечатлили меня, мне понравилось. Мне понравились эти губки, так что фирма Чистюля, спасибо. И также мне понравились вот эти вот быстро сохнущие салфетки, где 10 штук идет от фирмы Чистюля, тоже так же ровно на неделю. А если что-то, то можно и два раза в неделю поменять ее. Классные вообще салфетки, которые быстро сохнут, хорошо впитывают, не оставляют разводов. Нет этой ворсистости с тряпочки. Классно, хорошо стираются, как образовался запах какой-то, да, там, к примеру. Итак, следующее, что хочу показать, это средство, которое у меня закончилось, антипетин. Здесь его идет 120 грамм. Это тоже отбеливатель для белых вещей. Девочки, я хочу вам сказать, если вы не можете найти нигде вот такое вот средство, вы можете воспользоваться вот этим. Один в один, девчонки. Только вот, вот это получается 55, по-моему, рублей в Магнит Косметик это продается. А это здесь идет 600 грамм, его стоит 200 рублей.
Так что вот так вот. Ну, вот так вот, вот это вот средство, оно работает абсолютно так же, классно, мне понравилось. Его мне хватило буквально где-то на стирке 3 этих 120 грамм, потому что, ну, для того, чтобы добиться результата, нужно его достаточно много. Неплохо отбеливатель, неплохо отбеливает, нужно, естественно, замачивать в горячей воде для того, чтобы добиться результата и добавлять при стирке. Классное средство, неплохое за свою стоимость, стоимость очень даже. Еще раз повторюсь, оно схоже вот с этим. И, девочки, отойду немножечко от пустых баночек. Было бы вам интересно, если бы я сделала конкурс именно на вот такие вот средства, отбеливатель, именно отбеливание для хозяйственных, конкурс, где будут разыгрываться вот такие вот отбеливатели. Потому что, мне кажется, не во всех городах есть такие отбеливатели. Мне очень сильно понравился. Я хотела бы просто разыграть его, потому что у меня скоро уже будет 300 подписчиков. И я хотела просто сделать конкурс, где разыграть данные вот такие вот отбеливатели, чтобы вам тоже, как и мне, было проще бороться с какими-то пятнами и серостью на белых вещах. Вот. Отошла от темы, дальше продолжаем наши пустые баночки. Что мне закончилось? Вот это вот средство Sanex, средство для сантехники, новая усиленная формула против ржавчины. Средство, которое вообще не работает. Ну вот вообще, кроме противного запаха, которое есть, я больше у него ничего не заметила. Не отмывает ничего, девочки. Добиться белизны у сантехники я не увидела ни у ванной, ни у самого туалета. То есть, ну, какая-то бесполезная вещь, которая была потрачена, на нее были потрачены, пусть даже не слишком дорого она стоила, но все-таки были потрачены средства, и меня совершенно, ну, никак мне не понравилось, как оно работает. Вот. Следующее, что хочу показать, что у меня закончилось, это мистер Мускул, вот такое вот средство с ароматом Глейд после дождя. Меня не впечатлило, все-таки Глорикс мне нравится намного больше. Не совсем понравилось, да, пенится. Да, ну, да, когда мы его разводим водой, появляется пенка. Есть аромат вот именно Глейд после дождя, но все-таки мне больше как-то нравится именно Глорикс. Ну, наверное, для этого их существует очень много на нашем рынке, всяких средств для очищения полов и других поверхностей, чтобы мы могли выбирать. Но у меня, в мое сердце, наверное, принадлежит именно все-таки Глорикс. Следующее тоже от Мистер Мускул, и это мой фаворит в уходе за стеклами. Классное средство Мистер Мускул. Девочки, ищите у меня в покупках для дома, когда я его покупала. И оно у меня вот закончилось буквально вчера. Классное средство, которое действительно убирает мыльные разводы в ванной комнате из зеркала, но убирает жирные пятна на зеркалах, если ребенок у вас дома есть. Он убирает, вот знаете, вот всякую грязь, там, если там тушь или помаду вы любите, допустим. У меня бывает, иногда я могу помадой нарисовать что-то на своем зеркале, какое-то сообщение своему мужу приятное. Классно убирает, здорово справляется. Его здесь был номинал 500 мл, закончилось. И хочу взять его еще раз. Если нет, если не найду его, то просто возьму какую-то альтернативу. Но так просто, правда, классная вещь, которая очень хорошо работает за свои деньги. Следующее, что у меня закончилось, это Glade. Это Glade. Я мечтательная для моего настроения. Он у нас пробыл 1,5 месяца, я могу вам сказать. Хороший запах, который мне понравился, но от него я начала чихать. Как только он, у меня автоматически распрыскиватель начинал его распределять по квартире, я тут же начинала чихать, у меня появлялся насморк. И я не знаю почему, что случилось со мной, что я стала реагировать на спреи, именно такой вот болочный спрей для освежения, на освежитель воздуха, почему я стала реагировать, но как-то вот не совсем комфортно было. А так, классное средство, которое действительно убивает неприятные запахи, если есть, если у вас дома кот, если у вас есть какое-то, вы жарите что-то, все поглощает, убирает, классно справляется, мне понравилось и вообще здорово. Заходите в квартиру и пахнет данным ароматом. 5 с плюсом. Следующее, что мне понравилось и не понравилось, это вот Эрвик, и идет их сейчас новая вот эта вот линейка «Сказочный сад», где многослойный аромат. Здесь у меня зефир, малина и роза. Что-то как-то вначале мне понравился аромат, после вкуса аромата мне не понравилось. Просто вот именно вот этот вот фиолетовый сиреневый мне не понравился. А так задумка классная, 5 с плюсом.
нет какой-то, знаете, навязчивости, он какой-то интересный, разносторонний аромат. Хватило тоже его на достаточно долго, его здесь объем идет 210 миллилитров, и здесь нужно просто вот эту штучку вниз пальчиком опускать. Тоже на него чихала, поэтому себе взяла, собственно говоря, диффузор в квартиру. Вот. Но так, в принципе, за свою стоимость они умнички. Следующее, что закончилось, и от чего я осталась максимально довольна, давно фирма Lenor на меня не производила такое впечатление, как произвела их вот эта вот новая линейка, да, парфюмель «Сказочная магнолия» до 7 раз свежесть дольше. Классное средство, мне понравился аромат. Мне понравилось, как он борется с тем, что если, допустим, к примеру, вы постирали белье, и оно у вас, вы не успели, либо еще что-то, оно у вас пересохло, у вас не будет проблемы того, что вам нужно его отпаривать. Действительно, Lenor справляется с тем, чтобы белье было мягкое и легкая была глажка. Мне понравилось, мне его хватило ровно на месяц при моих регулярных стирках. Здесь производитель говорит, что его хватает на 26 стирок. Я не считала, может быть, их было и 26. Но так, классное средство за свою стоимость. Здесь его был практически литр. Классное средство, понравилось. Если будет возможность, конечно же, еще что-то оттуда с этого возьму. Спасибо большое фирме Lenor. Я впечатлилась от вас. Ну вот, девчонки, это были все мои пустышки хозяйственные, которые у меня закончились. Не забывайте оставить свое мнение по поводу именно конкурса на хозяйственную продукцию. Будет ли вам такое интересно, мои дорогие подписчики? Не забывайте подписываться на меня в Инстаграм, не забывайте на меня подписываться здесь, чтобы не пропустить новое видео. А я всех люблю, целую, берегите себя и своих близких. С вами была ваша Ира, и всем пока-пока!